Привет, друзья! С вами канал Кулинарим с Людмилой, и я Людмила, естественно, да? И вот сегодня мы снова подготовка у нас к Новому году. И сегодня я собралась солить селедку. Я купила замороженную, вот ее вчера еще, ну как, достала вечером. И сегодня я ее уже помыла холодной водой, приготовила сахару. Сахар, значит, соль 180 грамм, 50 грамм сахара. И купила вот такие две. Вот, видите, вот пачечка приправы для маринования и пряного посола сельди. Здесь я посмотрела по составу, тут действительно все то, что нужно. Здесь все абсолютно есть. То есть вот так же точно, как я солю на 2 литра воды. У меня уже стоит вода, кстати, я поставила кипятить 2 литра воды. Вот, сейчас как вода там закипит, я всю приправу, соль и сахар туда все высыпаю. Выключаю, размешиваю и жду, когда она остынет. Вот. А этим временем, пока у меня вот я буду солить ее вот в такой вот... Ну, я всегда солю и рыбу, и шашлыки делаю, и мариную, как что-то. В общем, все вот в таких вот ведерках. Вот. И здесь вот написано пряного посола как раз то, что нужно. Вот так. Соль, сахар, приправа вот эта. А в нее входит кориандр, имбирь, душистый перец, красный перец, гвоздика, лавровый лист, овощи сушеные, паприка, петрушка, чеснок. Ну, в общем, все. Я уже солила раньше, вот так же делала, что красную рыбу покупала. Но сейчас что-то для красной рыбы, ничего такого, сама на глаз делаю. Соль, сахар и перчик. Все, и для красной рыбы ничего больше там не надо. А здесь нужно, здесь надо и лаврушку правильно мять, то что, ну, здесь все есть. Я надеюсь, что производитель не обманывает. Думаю, что тут все как положено. Здесь это одна пачечка на литр воды. А я сделала две пачки беру, потому что у меня 2 литра воды. То есть я ее сейчас уложу туда аккуратно. И сейчас подождем, когда вода вскипит. Так, друзья, вот принесла я кипяток сюда. И будем сюда теперь... Вот, смотрите, как рыбку уложила. Как в магазине. Вот, смотрите, как ее красиво уложила. Видите, скрючила ее, так уложила. Ну, вот и все. Пока она будет у нас тут просто стоять. А мы высыпаем сахар. Так, соль, друзья, я высыпаю, но не всю. Вот, немножко соли я оставлю. Вдруг в этих пачках соли больше. Потом я буду пробовать. И две пачки высыпаем приправы. О, вкусно так пахнет сразу перцем. Такая вкусная натина. Берем подальше, чтобы горячая сюда не приехала. Вот и все. Вот сейчас она у меня настоится. Все. И... будет у нас вкуснотень. А потом я попробую на соль. И тогда я посмотрю. Сейчас вот разойдется. Попробую на соль. Если надо еще, значит еще добавлю. Ну, пока что она у нас горячая. Сейчас все будет нормально. Сейчас все приправки, все травки, все раскроют свои вкусовые качества. И будет очень вкусно. Оно такой запах... обалденно, тем более, знаете, свое посолить, и это ж вкусно. В магазине оно обычно большинство всегда соленое очень. А вымачивать это уже невкусно. Ну вот, друзья, подождем, когда у нас остынет вода. Вот и все, друзья. Рассол наш остыл. Все, он каплю-каплю такой тепленький. Чуть-чуть, вообще почти холодненький, но тепленький. В общем, вот так. Я за его хорошо закрываю, эту баночку. И убираю в холодильник на 3 дня. Через 3 дня мы будем пробовать селедочку с вами. Ждем. Ну что, друзья, прошло у нас 3 дня. Мы сегодня уже попробовали нашу селедочку. Вот. Видите? Она очень у нас хорошо просолилась, такая тверденькая, очень даже, вот видите, тверденькая, хорошая селедка. Вот так, так что по этому рецепту вам напишу в описании, и делайте очень вкусно.
Очень-очень вкусно. Я приготовила мешочки двойные. И буду сейчас раскладывать ее по одной. Ну, чтобы не пересолилась. Так что вот так, друзья. Советую всем. Сейчас я селедочки наши разложу. И все. Потом только доставай и занимайся, делай. Вот так. Видите, какая хорошая. Хотела ее прям жалко, так думаю, в рассоле оставить. Ну, в рассоле сами знаете. Как всегда. Получается она солененькая потом. То, что нам это не нужно. Вот. А так она у нас малосольная. Вкусная, очень вкусная. Я сегодня даже в обед супом щи ели сроду. А мне захотелось ее все-таки попробовать. Я решила попробовать. Прям слюнки бегут. Знаете, чем пахнет? Вот пряностями, да? Если кто любит вот эти пряности. Я так их вообще обожаю. Вот. И она так пахнет. Рассольчик. Такой хороший рассол. Прям жалко выбрасывать его тоже. Вот. Кстати, его могу я на улицу выставить, этот рассол. Купить еще сельдь. И все добавить чуть-чуть сюда. И еще посолить также селедочку. Потому что она очень вкусная. Вот так, друзья. Всем советую. Сейчас, тем более, к Новому году. Вот я буду делать и бутерброды. Ну, там много чего, да. Любим так селедку просто поесть с лучком, с маслом. Уксус с этим сделать. Ну, в общем, очень вкусно. И, скорее всего, я на улицу вынесу. И все, потому что жалко. Так вкусно пахнет. Там можно одну пачку добавить, и все. И еще селедки купить, и весь разговор. Ну, все, а это я сейчас все на заморозочку. Вот у нас селедочка хорошо сохранится, будет у нас она хорошая, вкусная и не соленая. Можно разные бутербродики делать с ней, будет очень здорово. Вот так. Ну, все, которое мы, а вот я пробовала, я ее оставлю, ну, тоже на улице, но оставлю тут чтоб сверху и попробуем еще кушать ее с картошкой. Сделаем вот так. Вот так у нас получилась наша вкусненькая селедочка. Всем очень советую, прям очень-очень, кто селедку любит, это просто очень вкусно. Вот так, вот так, друзья. Ну и все, мы на вынос. И это тоже. Мы в другой холодильник, другую морозилку, а пока что я на улицу. Пока что на улице. У меня в коридоре там есть место, куда я складываю. Ну все, друзья, оставайтесь со мной. С вами канал Кулинарный с Людмилой. Я Людмила. Подписывайтесь, кто еще не подписался, кто заходит в гости. Подписывайтесь. Я думаю, что здесь я то, что готовлю, как мы живем, так что все, что едим, то я и делаю. Испытанные уже как бы все такие рецепты. То есть, что мы едим, то я и показываю. Ну все, оставайтесь со мной. Не забывайте про веселую семейку. Все-таки Новый год. Там будет много всяких поздравительных видео. И наши то также буду все снимать, что у нас. И буду ставить и сюда на канал, и туда на канал. Ну все, всем пока-пока. Пока.